Ожившие шедевры Ренессанса в темноте и под классическую музыку в Самаре открылась уникальная мультимедийная выставка. Познакомиться с лучшими полотнами эпохи Возрождения и по-новому взглянуть на хорошо известные картины теперь можно благодаря современным технологиям. Наша съемочная группа в числе первых посетителей прикоснулась к прекрасному. Рафаэль, Леонардо да Винчи, Боттичелли, Тициан, Микеланджело, Джорджони и другие гениальные мастера эпохи Возрождения в сопровождении классической музыки. 10 художников и их знаменитые картины, шедевры, над которыми потрудились аниматоры, в буквальном смысле оживают на глазах наблюдателей. Многометровые полотна проецируются на экраны. В зале мультимедиа можно ходить в поисках лучшего места для просмотра, стоять или сидеть в удобных креслах. За 38 минут проходит полный цикл показа. Но сюда можно войти в любой момент и оставаться столько, сколько хочется. Возможности современных мультимедийных технологий первые посетители выставки оценили. Есть возможность посмотреть чуть ближе, чуть дальше. Вот. И то, что идет одновременно сопровождение, рассказ о том или ином художнике, в принципе, тоже интересно. Не вот просто сидишь в музыкальном сопровождении, смотришь картину, все-таки есть какая-то еще информация. Поэтому все очень понравилось, интересно. Я думаю, стоит прийти посмотреть такого рода выставки. Литература у нас такая дома есть, конечно, это для нас не, ну, как бы интересно. А вот именно в формате вот такой вот, как бы, проекции, что ли, или 3D, ну, мне очень понравилось. Какие они были одаренные, что эти? Художники. Художники, это же вообще так рисовать, так все живо. Смотришь в большом формате, это очень интересно. Рады за наш город. Конечно. Очень даже, что к нам привезли такую выставку. Мы рады. Надеемся, еще что-нибудь привезут. Оживающие полотна «Ренессанс. Гении эпохи». Уникальная выставка. Команда, которая над ней работала, собралась из разных городов России. И сейчас проект путешествует по стране. Зала мультимедиа пространство не ограничивается. На выставке можно познакомиться с историей создания шедевров эпохи и скрытыми смыслами картин, почитать о других представителях итальянского возрождения, посмотреть фильм о знаменитой флорентийской династии Медичи, посидеть в атмосферном уголке и даже порисовать. Кисти и краски доступны как для детей, так и взрослых. Мы очень рады, когда творчество одних великих художников пробуждает в человеке желание творить. Мы планируем проведение мастер-классов. Это когда желающие под руководством педагога, сейчас мы выбираем картину, которую большая часть людей сможет нарисовать. Это будет отдельное занятие, да, будут собираться небольшие группы, которые в комфортной обстановке под руководством учителя мазок за мазком в итоге получат свои шедевры. Мультимедийная выставка «Оживающие полотна. Ренессанс. Гении эпохи» работает в «Аврора Молл» до 11 марта с 10 утра до 10 вечера, без перерывов и выходных. Алена Власова, Александр Дудко, Новости губернии.